И всем привет, ребята! Вот и наша новая серия по Метро Рояль. Ну что, наконец-то и мои руки до этой рубрики добрались. А именно, что ты мне взял? Где мы будем играть вообще без понятия того, с какой пушкой мы пойдем в следующую катку. Надеюсь, вам понравится. А если вам понравится, и я увижу шикарный хороший актив, то эта рубрика закрепится, и мы ее постоянно будем делать. Так что, как обычно, всем приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает. Ну и, конечно же, не забывайте про подписку на канал. Ведь нас с каждым днем все больше и больше, это не можешь не радовать. И также бонусом про Телеграм не забываем, поэтому QR-код на экране, а ссылочка есть в описании. Залетайте и подписывайтесь. Там тоже очень много всего интересного. Ну, а мы начинаем. Погнали. Новый сезон метро в самом разгаре, но катки совсем не идут, и ты уже устал сливать вещи одну за одной. Теперь это больше не проблема, ведь сайт FunPay подготовил для тебя огромный ассортимент различных оружий и всех видов брони. И самое главное, по максимально низким ценам. Так что тебе больше не придется переплачивать, покупая эти же вещи в различных метрошопах, да еще и с огроменными наценками. А еще, тут созданы все условия для максимально простой и безопасной покупки. А если ты все еще сомневаешься, то вот тебе мой личный небольшой список покупок. И как видишь, тут даже не самые маленькие суммы сделок. Так что скорее залетай и вооружайся. Ссылочка, как обычно, в описании. Ну а мы продолжаем. Все, тебе тоже качать то же самое, тоже винтовки. Окей. Сейчас я обвесы на пушку возьму. А то тут без обвесов вообще никак. Кстати, ты можешь обвесы вообще любые ставить, Хотя какие у меня... захочешь. Не, я тебе лучше ставлю нормальные пока что. Пока что. Сейчас я тебе Да, скину. пойдем. Куда-нибудь вот сюда. Без палева так чисто. Все берем. Что тут лежит? О, Блин. неплохо. Погоди. О, золотой. Вот это Да, да. золото. А толку там? Талант такой себе. Не, вот то, что Да. беречек, это прям Слушай, вообще нормально бегаю, а классно. то у меня как будто бы я бегаю медленно. Да вроде Ну, нормально. бегаю медленно. Но это, наверное, то, что непривычно, что в обычной броне резко стали. Что? Его с ВСС-ки забрали только что. Тут где-то ВСС рядом. И я прям слышал этот шепот ее. А, и 4 типа у меня. Оп. Минус мальчик. Так, ну мой, который с килчатом, вон, да, вон. А почему они все голые? И все фиолками? Капец. Я расстроен. Броник четвертый, чё, жесткая Не, тема. у меня МГшка. Зато Я один четвертый все броник. с разрывы почти. Ну да, тот у меня разрывов нема. Капец. Такой кого. Фу, пачка просто минус. С калашом берину. Не, перильчик на самом деле классная пушка. Не знаю, почему мало кто с ним играет. Чё, как через дырку или через дырку? Да, без разницы. Наверное. О, А? это тип, пожалуйста, пожалуйста, подхилиться. Немножечко. С подстволкой. Еще но. Там один Просто с шестерка. драником вообще. Так, мы его доел. Последний остался. Не знаю где. Все, это был. В принципе, все. Ложники А, сразу. он под нами бегает. Пятый броник. Ой. Что он делал? На что он надеялся? Я не знаю, как он вообще там оказался. Он просто, походу, спрыгнул. А какой из них твой? Вот этот, который Ну, розовый? вот. А, ну пятый Да-да-да, броник. вот это пятый броник. Но у меня опять то же самое, две фиолки. Тут у меня БМГ разрывные. Ой, ржавые, точнее. Где вот еще людей искать? Ну, школа, по идее, На должна школу? быть. А, ну можно, кстати, на Слушай, дай школу немного сходить. разрывов, пожалуйста. А, Немного держим. разрывов. Держим. Спасибо. Ну да, можно на школу сходить. Потому что пока они сами до нас зайдут. И на школе тихо. Сейчас на тебя боты выйдут маленькие. Я ботов купил.
Я понял. Я живу. Зря я это сделал. Одного вырубил. Дамаг какой-то дал. Я хилюсь. За деревом последний. Ё-моё, хэд дал. Без башки. Беда. А это стали. Меня еще боты в спину жали. Весело. Все, я знаю, с чем ты пойдешь. Качни под этот. Я тоже. Последний, как он там правильно называется. Снайпер-эксперт. Бери себе для ближнего боя оружие. Для ближнего боя? А у меня такие же остаются, да? Нет, у тебя снайпер-эксперт. Понятно. Как снайпер-эксперт? Эксперт по винтовкам, да? Ну, который самый крайний снайпер. Да. Чё? Снайпер-эксперт, да. Не, пушка хорошая, пушка классная. Окей. У нас, вообще, у нас люди слева. Я тебе поставил. Спасибо большое, мне это давно надо. А зачем мне начищенные? Что, скинь аптеку, пожалуйста, я забыл взять эту. А, огонь, у меня 3 штуки. Почему это Томпсон? Зачем Томпсон? Почему М24? Да еще и без обвеса, с прикладом. Я с прикладом буду идти, короче. Я не знаю, мне просто под руку попалось. Я такой, о, возьмем. Ну ладно, я понял, что буду следующие катки брать. Я сейчас со снайпером умею отыгрывать. Я с Томпсоном не играл сезона 2 уж точно. Типов не видно, на нас пошли. Я не смогу играть вблизи М24. Да, а, нет, они уже пробежали. Я здесь буду лежать. Они разделились. Пробежали? Один ушел на край, один к нам. Где тот, который ушел на край? Я что-то не знаю. Не вижу. Один у меня, ну, прям. Давай не будет такого, как в прошлой катке. Один прям у меня. Один просто может закрутить. Тыкнуть его, ты надеюсь. А? Это не фулл шестерка какая-нибудь. Там у меня фулл шестерка. Один на вышке лежит, второй в упоре. Понял. А вышка какая из них? А, не делай. О, это по тебе, по-моему. Как по мне, это не пойдет. Понял. Они просто... Они за... 24 пушек пойдут. Они за коробками сидят. Сидели. Ну это бессмысленно, как по мне. Тут бессмысленно просто. Вот с этой пушкой ты прям отыграешь. Таланты те же оставь. Да, я тоже. Тоже те же оставить? Те же таланты. Да, те же вроде. Да, все. Те же таланты. Я готов. Ну что, готов? Это вот прям легендарная пушка. Да, все. Нет, у меня еще жестче легенда. Сейчас я тут в уголочке ее скинул. Ты мне семерки взял? Да. Ой-ой, а чё по таланту? Что, что за талант? Еще и бронебойная пуля. А, ну ладно. Ты доработанная нарезка, это жестко. Может быть, опять наверх пойдем? Я специально взял, чтобы еще тапалка на ней была. Точнее, не было, чтобы ты сам тапал. Я не умею тапать, я ни разу с такими... Да, я это вспомнил. Понятно, короче. Да, в этом суть рубрики. Взять полный ужас и с этим пойти. Пушка огонь. У меня золотых МКшек вообще не было. Типа бегут. О, слева. Я всего 2000 дал. Как его убивать? Он из куста? Ботинок гасит. Сейчас, сейчас. Загаси ботинок. А, тебя ботинок еще лупит. Они тоже хилятся. Они тоже поднимаются. Ладно. А мне очень прикольно вообще тапать. Я так люблю. Прям вот целую. Не, ну если тебе по головам работать, они одного поднимут, а второго они не смогут поднять. Так
Окей, я пошел, короче, обходить их. Где-то вот тут, примерно. Почему еще коллиматор на прицел? Чтобы я вблизи работал? Да. Я понял. А, кого-то стрел. Я его доел, если что. Там, за дальним деревом. На которое метку давал. Где метка? Вот тут. Вот за ним сидит. И своего резает. Он хрен туда выглядит. Не-не, они вышли выше только что. Перебегают куда-то. Они ниже спустились? Не, если они сейчас не запалят, что я перебежал, то то угодно. Кого нокаешь уже? А, да. За тем же деревом. Я просто перебежал. Один ниже спустился. Вот, где-то в этой стороне. Блин, я чёрный зверь, притык драться. Я вышел. А, ну все, он, по-моему, один остался. Видел, видел. Да-да-да, он здесь вот. Он за тем же? А где он? Точно? Только что здесь видел? Куда он делся? Вот, кого-то видел. А, все. А. Он за моим деревом. Не, ну-ка, ты там всех убиваешь. Ты вообще, блин, да ё-моё. Я думал, молик пролетит, он загорится. Прикинь, с меня МК сняли. Это будет весело. Окей, блин, у меня даже пушки закончились, интересно. Я тоже, вот смотрю, я не понимаю, что взять. Все, я знаю, что я тебе возьму. Нет, я сейчас просто куплю на черном рынке. Я сейчас, знаешь, как сделаю? Открою золотой кейс, и что выпадет с него, то с тем ты и пойдёшь. Да? О, тебе понравится. Ну, не особо, конечно, баф крутой. Я не знаю, понравится тебе или нет, но, короче, я без понятия, какие таланты качать, поэтому... О, нифига, куда нас закинуло. Ладно. Ну, если что, не описывай, я не выбирал пушку, я просто тебе сделал так, чтобы, как бы... А, я, кстати, ожидал пулик, прям ожидал. О, вектор. А чё по таланту? Сборочный. Там сборочный материал вроде. Ну блин, это просто выпало хрящик. Ну, блин, вектор сам по себе. Вектор сам по себе прикольная пушка. С него можно отыграть. А, сразу слева. Он идет, а то вот откуда? Слева, слева. Вон где боты стреляют. Прям с респы жмут. Прикольно. Мне нравится такое начало. А, он голенький. А, друзья есть, все. Только где его друзья, я не знаю. А, топает, топает. Типа меня. А, ты его уже успеваешь сам, блин. Я должен делать. Где-то еще есть. И еще типы подходят. Дал парочку обоим. За деревом. Уже меточку. Один с одним деревом, другой за другим деревом. Видел, они перебегают. Не, я не буду с МК-шкой пикаться. А, сзади! Еще сзади. Живи, я пойду спину закрою там. Бомжик с СКС. Он к тебе забежал. А, окей. Поговорим. Что происходит? Ё-моё, все тут фулпак залетает, фулпак. Меня добивает, конечно же. Ладно, где мой труп, короче? Тут я в тебя верю. Народу миллионы, все голые. Ты что-то нереально. Вот, а где последний? Вон ангарчик, который перед тобой. Перед тобой ангарчик. А, ну, ладно. Но тут столько бомжиков было. Так, нет. Я даже не понял, я всех забрал бомжиков? Ты в соло лучше отыгрываешь. Но я привык в соло играть. Да. Хотя, опа. О, красный, опа. Розовый. Бот красный.
Вышка МК. МКшечка тебе на глаза. И кристаллик. Не, ну неплохо. Давай наоборот, короче. Ты будешь нокаться, а я буду отыгрывать пулька. А у нас далеко выход? Я до выхода потопал. Я без понятия, кто это, но я случайно в чужой замес попал. Я просто шел на выход. А я шел на выход и случайно попал в замес. Это логично. Так, ну я если что тебе лотерейный набор открываю. А, то есть ты сам не знаешь, чем я пойду. Окс, ну блин, это пушка дефолт пушка. Я еще один открою. Я тебе нашел, с чем ты пойдешь. Сейчас скажу по талантам. Серьезно? У меня талант, эксперт по винтовкам, короче, как на МКшку талант. Все, понял. Это было название. Ну все. Короче, финальная катка. Я тебе скинул пушку. Кстати, спал неплохой. Да, и скорее всего мы пойдем наверх. СКС-ка. А, СКС-ка с тапулкой? Погоди, это тот, который вы... Да-да-да, на стриме сегодня это выбили. Выбили с босса? Да. Прикольно. Легендарный. Да, а она с тапалкой нормально стреляет? Сама? Я не знаю. Ну... Я не пробовал. Такое. Хотя я тапать особо не умею, но попробую без нее. Фиолетовый приклад. Как это там? А, блин! Блин. Да пофиг, сейчас забыл. На таких играем. А, я никого не вижу. Это какой же? Значит, на... Бот всегда умеет портить настроение. Направо ушли по-любому. А, нет, у меня. Прямо у меня. Мне надо немного отвлекаться. Блин, как это делает? Все. Откуда метка? Все. Все? Да. Все? Да. Мальчик, вы кто? Ой-ой-ой, они еще и рассыпались. И 400 ядовитых. Понятно, короче. Нормаленько. Пошли тогда на тот крайний лес. Блин, вот всегда бы так со СКС-кой летело. Я бы к тебе приехал просто и поцеловал тебя в колено. Я, короче, не знаю, как быстро тапать. Но я сейчас прям долбил так, что у меня там iPad с ума сходил. А, у них еще заходит. Давай крайник закроем сначала. На вышке типа есть. О, они заходят через главку. Они везде. Ну пусть зайду, там запарится. Сейчас ботинок. Ботинок? Нет. Все, мы спалились. Да, еще да пофиг. Сейчас отыграем нормально. Я обязан просто. На вышке два типа, блин, такой. Сколько тут людей? В ноги. Сколько сорта будет? А, у нас справа еще. У нас везде. Они везде. Ну ладно, мне надо близко, короче, играй один. Ладно. Он на зажигах. Он прямо у меня и на зажигах. Хорош, что ты творишь? А, ну все. Сбоку. Нет, ну это было прикольное завершение. И вот на этой, с одной стороны, веселой ноте, а с другой стороны, не очень. Нас просто в спину закрыли, по сути. Мы, наверное, будем заканчивать нашу сегодняшнюю серию. А я опять же повторюсь, если вам очень понравится эта рубрика,
то мы ее оставим и будем на постоянной основе, там раз в недельку, в две, но что-то подобное снимать. Ну а так, как обычно, всем тем, кто досмотрел до самого конца, просто огромное спасибо. Ну и, конечно же, не забывайте про лайк под видео и коммент под роликом. Ну и подписочку на канал, чтобы каждый день не пропускать новую серию. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся, как обычно, завтра. Всех обнял. Пока.